Дорогие друзья, доброе утро всем. Ну что вы думали, починили нам воду, закрыли и отремонтировали. Как видите, она льется все то же самое, также чистая водопроводная вода. Только сегодня уже прошла ночь с моего прошлого репортажа. Сегодня 19 число августа, 8 часов 30 минут. Вода как текла, это хорошая чистая река, поэтому вот как вы видите, представляете, я даже просто вот. Просто не представляю, до какой степени нужно быть безответственными людьми, чтобы вот так просто все бросить. И мы говорим о каких-то экономиях, мы говорим о каких-то повышениях тарифов на ЖКХ, когда вот сутки практически, вот 8:30, вчера в 12 часов сообщили об этой аварии, и вот скоро практически сутки вот она течет. Вот это такая красивая, чистая водопроводная река. Беспредел.